Из-за морозов в Красноярске перенесли лыжню России. Региональный этап всероссийских массовых гонок сместили на неделю. Они пройдут в следующую субботу, 19 февраля. Запланировано 3 старта на 10 километров, массовый костюмированный на 2 километра и детский забег на 500 метров. Среди участников в костюмах проведут конкурс самому колоритному лыжнику, подарят сертификат на покупку инвентаря. Подать заявку на участие можно на сайте «Красмарафон».